Как долго все ждали наступления летних каникул? Лето даст все возможности для полноценного детского отдыха. И юные славянцы, окруженные заботой и вниманием, уже начали хорошо отдыхать. Мы побывали на открытии первой смены в лагере детского отдыха «Ровесник». В этом живописном уголке природы Кубанского Приазовья в лагере детского отдыха «Ровесник» с большой радостью вот уже 40 лет отдыхает славянская детвора. Сюда приезжают дети тех славянцев, которые когда-то проводили здесь летнее время. Ласковое солнце и целебный морской воздух на побережье Азовского моря в нашем районе – все это нужно использовать. Более 400 ребят здесь отдохнут в 2024 году. Глава Славянского района Роман Синеговский на торжественном открытии поздравил ребят с началом смены в этом замечательном лагере. Я надеюсь, что вам здесь понравится. Взрослые о вас позаботились. Вы будете заниматься и спортом, и творчеством, играть в различные игры, познакомитесь друг с другом. Я уверен, что будет хорошая погода, вы ее застанете, и будет возможность, наверное, покупаться в море и оздоровиться. Поэтому я вас поздравляю еще раз, наверное, с таким вот прекрасным событием, что вы находитесь здесь. И хочу пожелать вам крепкого здоровья, мира нам всем. Он пожелал всем набраться силы и энергии для успешного продолжения учебы, найти новых друзей и стать единой командой, а также подарил спортивный инвентарь и настольные игры. А ребята показали музыкальный флешмоб «Этот лагерь самый лучший». Этот лагерь не похожий ни на что вокруг. Улыбается вожатый и за 5 минут. Помогает человеку верить в чудеса. Распускаются фонтаны прямо в небеса. После завершения открытия участники смены начали увлекательную игру по станциям. Первый же день школьники познакомились здесь друг с другом и с воспитателями и прониклись атмосферой, которая царит в лагере. Каждый отряд получил свое имя. Те, кто увлекается танцами, вполне здесь могут не просто поддерживать уровень своего искусства, но и совершенствовать его. Конечно, доступны и другие способы весело и с пользой провести время. И мне здесь нравится, во-первых, ощущения, во-вторых, новые знакомства, новые люди. И то есть это очень интересно, когда ты разговариваешь с новыми людьми, узнаешь что-то новое, общаешься с ними. Хочу приехать в следующем году еще раз, чтобы опять же словить эту волну веселья. Здесь никогда не скучно, здесь очень хорошо поставлена программа. Для юных славянцев побывать в «Ровеснике» – большая радость и прекрасное начало лета. Я очень рада, что именно в этом году мы попали на открытие. Творческие смены – это всегда возможность развить какие-то свои способности, узнать много нового. И очень много знакомств, очень много коммуникаций, хорошие вожатые. Отдельное спасибо воспитателям и Александру, старшему вожатому, директору и вообще всем. «Ровесник» – это большая территория и большие возможности. Каждый день смены наполнен интересными мероприятиями, что совсем не дает скучать детворе. Для того, чтобы время пребывания в «Ровеснике» стало незабываемым, прилагаются большие усилия. Особенно ценно, что ребята получают новые творческие импульсы для развития. Надеемся, что программа будет обширная, веселая, интересная, познавательная. Погода нас пока не совсем разочаровывает. Мы очень надеемся, что все наши мысли и все наши задумки исполнятся, потому что все, что мы хотим делать на воздухе. У нас есть прекрасная сцена, на которую мы сегодня будем выступать. Очень хочется верить, что у нас все получится, и что мы произведем хорошее впечатление и на зрителей, и дети получат удовольствие истинное. Условия пребывания в лагере все время улучшаются. Так, здесь был сделан серьезный ремонт в последнее время. Глава Славянского района Роман Синеговский осмотрел лагерь и обсудил вместе с представителями всех ответственных служб планы по строительству новых корпусов и бассейна. Это поможет «Ровеснику» подняться на более высокий уровень и увеличит комфортность отдыха. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыка, программа «События».